Это пачка вот таких петард от фирмы «Русская пиротехника». Называется номер 3. Сейчас я прям при вас открою их. Еще не открывал даже, потому что... Так. Опа. Итак, вот так вот они выглядят. Один бах, 10 штук в пачке. Маркировка RS0323. Вот так выглядит с этой стороны. Вот так с этой. По бокам вот так вот выглядят. Вот. И с обратной стороны пачечка выглядит вот так. Эффект один хлопок. Класс опасности 2. Так, сейчас покажу, как они выглядят внутри. Вот такие красные петарды. Возьмем одну штуку. И вот такая нормальная петарда на внешний вид, опрятная. Вот тут заглушка в самом конце петарды. А то раньше обычно вот здесь уже петарда заканчивалась, а это было пустое место. А тут прямо заглушка до конца. И вот такая розовая терочная намазка. Вот так выглядит. Вот сюда положил. За Corsair 3 заплатил 260 рублей. Погнали тестировать Corsair 3. Номер 3. Ну, нормально. Теперь запустим Corsair 3, номер 3, в положении стоя. Погнали. О! Вау. Тут даже вот эта штучка выстрелила. Вот. Она даже дымится чуть-чуть. Подлетела так с дымком, как ракета. И вот упала сюда гильза.